Надо пусть танчит, хотя какая-нибудь. Понятное дело, что будет помощь. Няша, ты где? Эльда! Няша, ты где? Да сопулять, чё? Подожди, подожди. Все, ребята, тут все по. Кое по всем мобам трем. По дереву кое не звук. По всем мелким тоже кое раскидай. Пошел нафиг со своими плеточниками. Я если что дам это. Я на грозовом и самого на водяном. Стоп каст. РДД все. Аккуратно, смотрите, РДД. По топлету. Бимы. Дерево за боссом. Дерево растет быстрее все туда. Кто рядом? Нира захил. Прожмись просто, прожмись. Минус 50. Желтый. Деньги. Вот же, дайте просто. Все, там не будет дома. Грозового дайте больше урон. Сейчас с Бима будут. Бима. Я инфернал первый, да, хотя мы столько вот дохуя. Хоть на каждый инфернал скидывай. Еще это. Ретрик огонь возьми, ауру. Бомжим можно дать. Дерево. Я когда дайте скажу, Боб. Я когда скажу, мастера дашь. Боб Мордона, пожалуйста. Бимы, вышли. А, готовься, Нирсакру. Нирсакру, давай. Мастер, готовься. Мастер, давай, Ретрик. Ходите. Где есть какая-нибудь массовая кои, как в Пандарии? Анхоли ДК это твоя массовая кои. Блин. Так, чё, я тогда на следующую инфернал вызову? Ну, хочешь, я вызову. Чё, пофиг. Он отлично уешь. Сейчас бим буду. Бима. Чё это было? Вот сейчас бим. Три в одном, уходите быстрее. Ай, Каев. Кош, ваниш. Кош не доджит урон на бимов. Я еще прыгнул, долбоёб. Блять, как же ж мне-то повезло с этим, просто что я там оказался. Ага, ты Берни, кош ваниш. Дерево. Демон хули. Тогда вот в том-то и дело, демон хули, блять. Никакого сейва не нажать. Вышли. Порт? Да, который был именно там. Я шитпшнулся, ну, именно туда, потому что там был гриб. А он именно повел туда. Фридом дайте. Два дерева подряд. Фридом дайте, пожалуйста. Божешь, да? Пока добежал из гриба. Давай еще ты. Да иди ты на! Еще три бима в меня, блядь. Вот только что у меня два кастанулся, я успел выйти. Это так это в меня. Я там был. Дерево. Блять. Дерево залезь. Быстрее. Сейчас захилит, блядь. А где эти грибы? Да нету. Реально нету. Сейчас новый трэш. Нет, еще долго. Бима. Дайте кулак каску порогом. Потоплет там. Дерево. Стоп каст. Напали с титулом. Сумма агрих потоплета. Поиграем. Прожми стой. Он очень больно будет. Так, 99 стак.
А, бля, воду сейчас убьете. Грозовом больше дайте урон просто. Грозовом больше. Воду убили. Нормально все. Грозового добивайте. Беремся. Стоп, каст. Давайте инфернал. Влетел. Есть боб? Когда скажу, готовься к уходу. Дайте. Нирс. Уже. Нирс, аку, давай. Мастеров. Давай. Отошли от мелких. Бима. Отошли от них. Все, босс играет. Встали в линию. Дай монотайт. Не стоим кучно, в линию встали. Дай гир. Дерево. Дерево. Не надо перебегать на ту сторону, просто из бимов, видите? Босс там еще отвести можно что-то? Делал, делал. Он кастовал. Сейчас будет этот дерево, смотрите аккуратно, может в другую сторону пойдет. Дерево, налево идем, налево идем, налево, налево, в другую сторону, не, на... не в сторону этого реки. Кроме лишних фраз налево. Вернулись обратно. Ну танк тут. Надо сказать просто в другую сторону, ладно. Далеко направо не уходите, пожалуйста. А, уже умерло. Я то туда не буду подходить. Да-да. Бум. Бам. Бум, чакалака. Посох. О. Че, по КД теперь будет падать, то есть, да? Да, похуй. Че за посох? А кому посох? Ханта нет, кота нет. Понял? Эльдар. Эльдар. Понял, блядь. Кота нет, ханта нет. Кому ага. Посох? Наверно расплыл. На Мимирона, го. Потом перекупу с Мимирон 10 минут. Может этому воину. Армс. А может. А вообще? А может на трансмог магом? Пожарник? Да, хуй жарник. Это шутка, что ли? Пожарник потом. Сначала собрали отборим. Хэми убиваете, потом только пожарник. Ой! Я не могу оставить такую такое наслаждение. Осуждаю. Это типа убиваете, да? Или... Просто осуждаю. А кто это сделал? Чего сделали? Загрели. А, понятно. Я не могу, типа, оставить Эрика без пожарного. Вы что, с ума сошли? Он должен быть, типа, этим. Здесь. Не, это бисовые штаны. Идемте сюда. Быстрей. Т-8 напало, штаны помойные. На все три спеха, да? Эти штаны максимум это поменять можно с Авгалона. Тыкните шкаф. Который у тебя. А, 25 килограмм, да? Да. Эх, не скоро еще. Камни слева. Так. Рикота 8 штаны хорошие. Ты себе руки будешь брать? Да. Посох может сразу все кинуть, даже не наковать некому брать. Если все. Я в ДД? Да, да. Зумр танчит.
Погоди, Няша раз сумоня. А, его уже просто. А чё, можно тактику рассказать? Там в синий забегать, в минус забегать. Да-да-да. Блин, шарики... я не похавал рыбу. Ртом ловить. Понял? Тут шарика нет, тебе легко будет. А, кулак, нет шарика в обычке? Нет, в обычке шарика. Кулак по паладину можно? Кулак, дайте планирую. Блять, 8 миллионов. Ёбаный шашлык, блядь. Бля, я вот сейчас это повесил думаю, я такой думаю, а не ошибка ли это? Ошибка. Он заходит за две гони умирает. Беги, малышка, пошли. Беги! Ну успеет, не? Успеет! Танк отвёл. Успел? Да, тикнул. На. Там мина аккурат. Бля, я сама, какой обмен, блядь? Я тут стою с банком, разбираюсь, он мне обмен кидает. А чё там с банком? Да говно, я сумок вытряхну всякое. Криты не отдают. Тут танка не пробьёт. Яша, дай посох. Яша, какой посох, блядь? Ты его дизнул уже? Конечно. Перевесь лучше частицу, тут танка не убьёт. Дрейд пробивает. Коля, полный себя кидает здесь, если что. Наверное, себя кидает. На будущее. Ищи точку себе девушки. Бара сейчас. Беги, малышка, бара. Беги! Дима она убил. Петушок. Я и забыл, что тут. А голову зумр будет держать, да? Ну, желательно, да. Урчи промахнулась. Хуе, не вижу. Обратно бомбу отмелить. Сажай. Там вроде голова на начизе была. Да вообще, пихуй, табычка. Пихуй, бля, пихуй. Подожди, а чё не так? Вообще, пихуй. Ну, я частицу ебанул, не сдохнешь.
Няшер, это, говорят, тут семечко, да, очень эффективно? Крайне эффективно. Крайне эффективно. Только этот ожог раскидай сначала. Или как он там, жертвенный огонь? Был? А, вообще ж это, можно порчу по двум целям, а в третье семечко спамить. Ну да, жертвенный огонь, порчу, и все, и спамишь в одну. Да-да-да. У нас типа по голове не надо, РДД надо по низу бить, у нас миликов-то мало, стопните голову. Беги, малышка, беги! Мины там есть такие. Сам прикол в том, что я по ним не ходил. Там бывает, кто-нибудь рядом взрывает, а ты умираешь. И на тебя будут умарут. Спасибо. Беги, малышка, беги! Крайне эффективно, я тебе так скажу. Триня, да? Ну, давай. Да, это уже, ну, не удивительно. Не? Рестер Друиду повезло, говорю. Так, ладно, ребят. Добавим брейк 10 минут. Не больше. Ага, то ты же будешь брать это, да? Мне не надо. Что, навара никому не надо? А у тебя есть такие? Или что ты хочешь нонсетом? У меня так, Гера. Руки же нет нонсет у меня. Ну, вообще, можно эти плеч. Свезекс. Не, свезекс... Они с критом. Они не очень. Свезекс с критом, да? Там, смотри, там, я не помню, что Т8, ну, именно по статам у рестера. Курите, бамбук, идите. Я отошел. Вообще, можно любую шмотку, если она с хастой. Я же говорю, линкуйте, сколько у вас уже шмоток. Ну, в смысле, пишите. Сколько раз еще повторять? Мак, у тебя сколько уже шмоток есть с этого? Уже 4 есть, вот все. Вот грудь, кстати, да, грудь охуй. Да, скорее всего, грудь лучше намного всего этого. Плеч надо кому-то? На оф там? На третий спек? Провали. Этот же трэш, кстати, можно не пушить. Ну, наконец, нормальный плеч на транс.
Тебе осталось 6 минут 28 секунд. Так, тестрик аспектс. Пять минут еще перекур. Листы тут? Через Мэлла, Владыка. Дождемся второго шипа. Ребята, это... А к кому обращаться? Кто может по ретрику подсказать? Кинспуни. Кинспуни, это в рейде сейчас? Нет. Нет. Короче, это ретрик, да? Да, это Ретри. А кроме него кто-то еще есть? Есть, но... А что хотел? Ну, чисто показать Ретрика и что можно с него выжить, что он это самое. Там 4Т8 и какие куски там лучше брать. Что, на данном контенте я... Воу, Мордон. На данном этапе я не знаю, я не играл на Ретрика. Простите. Ноги берут офсетом с этого, с утюга в хэме 239 из хэстой. Mm-hmm. Берут 4 куска остальные, и там уже подбор по статам. Что-то можно взять агильное mm-hmm. и так далее. Так. В идеале голова, но с этим сторием и 39-й, крит хит на ретрика, а не ноги. Mm-hmm. Согласен. Могу скинуть тебе бислист, у меня есть. Ага, если скинь, пожалуйста. Делал. А кто говорит, Войд? Да. Ага, хорошо. Сейчас в общение куда-нибудь. Да, я вижу тебя. ПМ там скинешь, посмотрю, запишу себе. Я не помню, да, у меня вроде голова с меткостью, вот эта буешная какая-то. Почему этих новеньких не вижу, никто по-другому записан, что ли? Сейф зона тут какая? Еще раз напомните. Хапал. Я сейчас всех назначу, кто где будет стоять, как стоять, зачем стоять. Везде будут стоять метки. На
Это что за прикол в агрессии Никс отмене COVID-19? Ассасин заболел человек, да? А кто-то вакцинировался вообще, нет? А, кого знаю, никто. Да, я вакцинировался. Ну, тоже вот медкомиссию проходил сегодня, блядь. У врачихи спрашивают. А вакцинированные на паладинах играют, я слышал. Бесплатно вроде. Да, бесплатно. Типа наебывают, да, хуйню вкалывают? Да не, нормально все. Как ты проверишь, что за жижу тебе вкололи? Он же паладин. А вдруг там жижа от вейпа была на самом деле? Диспелит, да? С буликовой жижи, да? Блин. Концентрированная паладинская смесь. Врачиха говорит, блядь, нет, говорит, я беременная, говорит, не буду нахуй вакцинироваться. Чё страшного? Ну, типа, может, риск какой-то есть просто. Для кого? Для ребёнка, наверное. Конечно, есть. Она не хочет рисковать. Так, заканчивается чек на АФК. Всё, потом пиздец. Няша, в каком спеке, извиняюсь? В этом, в мотике, наверное. А, то есть у нас милики без 4%. СМЛ в комбате должен быть. Нет, он в мутике. Спека сетлар. Оба в мутике. У меня нету адекватного спека. Хотя теперь задавай есть? Вопрос, почему не дамажит его, и воин фурик. Пекасев какого есть? Я сейчас вот это вот видел, конечно. Почему демоны не дамажат? Тут минус 2 милишника и милибафа. Я же в мутике тоже. Я, кстати, посмотрю так. Комбат, может быть. Подожди, перестань. Как-нибудь. Еще раз АФК. Короче, танки, ваша задача стоять в одной метке, сейчас поставлю. Вы как спуститесь, босс упадет в центр. Забираете, отводите к балкону и разворачиваетесь. Ставите босса так, как сейчас под метку поставлю. Короче, ладно, что я говорить буду, танки сейчас... Где Месси у нас? АФК. В салоне вроде бы. Тыкните. 2 шп. Через мел уже должна знать, как в МК брать моба. Владыка, знаешь, что делать? Брать в МК моба и стоять им бить босса. Когда время заканчивается, отводишь к лестнице туда вниз. И заново МК даешь. В курсе? Ну нет, не делал. Камушки сзади. Какой моб? Сейчас объясню. Там смело систа. Аня, что поставишь метки? Там систы. Чё, какие метки? Ну, на этих мобов завоевать. Окей. Танки пулять, сейчас владыка, смотри. Бери в МК вот этого моба. Прям сейчас. А можно рыбку? Просто или потом? Рыбу. А, сейчас поставлю. Пол рыбов дайте, короче. Не, а можешь потом поставить. Да, давай рыбу поставим. Хавать. Да. МХМ или обычку? Бабочка лава, мы так не готовим. Все фласки пьем, хилы желательно выпить на хп, если есть. Если нет, сейчас знам. Либо на резист. Есть на резист фласки хилы? Угу. Резист лучше хп будет? Я что-то сомневаюсь. Как тебе сказать? Как повезет. Ну и тут есть, хуй знает. Хилы, кому нужны фласки на резист трейд, дайте мне. Чё бить? Немезиди дайте. ДД пьют фласку на ДД. Танки. Танки на ХП. Поты есть на броню у вас, надеюсь? Да, всегда есть. У ДК есть? Всё отлично. Не пейте в начале боя. Выпейте его, когда у Торима будет сколько стаков зен. В смысле? Кого? Ну, когда им поты выпить? 6-7. Заносишь, что я проебусь, если. Не так, давайте гуляйте. Вот сейчас владыка ужас возьми вам как квадрат и держи его, пока мы не расставимся. Прям сейчас может пулять. Танки залетели, пулять. Бери квадрат ВМК и держи. Все. Блять, похитите. Я еще никого никуда не назначал. Сейчас я занос. На автомате, блять, уже
хаунд кидаю, блядь. Бар, чё ты насчёт шеи подумал? Надо тебе, нет? Держи. А, всё, держишь, да? Всё, отлично. Всё, держи его, пока минут 5 сейчас расставляться. Танки. Так, Зен, поставь, вставь. Поставь метку туда, вставь. Вернее, встань туда, куда надо ставить метку. Отойдите все ко входу. Вот сейчас квадраты уйдите все, все до единого. Призот. Не метку. Дай мне метку. Не-не, дай мне метку. Я просто, блядь, я очень маленький, себя не вижу. У тебя есть ассист. Правильно? Сейчас. Ну, да. Давай. Рейдж 12 сразу прописывайте после боя. Ну, правильно? Смотри, если тут, то где-то... Вот тут должна быть, ну, сейф-спот, вот тут. Сейчас, подожди, я рейндж 12. Ну, рейндж только, да, чек. Так, смотрите, вот эта метка, ромбик, это для танков. Вот смотри, на меня черри, вы видите танки? Торим падает, он прыгает вот сюда, в центр, вот сюда вот упадет. Ты Нир первый просто. А, подожди, Нир, кто там первый на горение? Ладно, Нир, короче, ты спрыгиваешь и забираешь босса. Вот так спиной отходишь, он идет за тобой, и ты резко разворачиваешься. И начинаешь просто вести его за собой. Как-то ты только дойдешь вот сюда, до ромбика, и стоишь здесь всегда. Все, до конца боя, вместе с зумором. В одном фрейме. Вы должны стоять просто в одной точке, два танка. Ни налево, ни направо здесь двигаться. А таунтить надо по КД этого, дебаф. Только быстро, не проебываться. После седьмого стака начинайте пот на броню пить и прожиматься. Прожимки все оставляем до седьмого-восьмого стака. После начинайте прожиматься. Я понял, я могу на него кинуть спасение, сакру и масс-сакру. Талант спасения ты на себя должен кидать. Это. У тебя есть талант на этот? Да. На сальву. Ты на себя кидать должен. Ты на другого кидаешь, у тебя не работает талант. Ой, символ. Ты только на себя можешь кинуть. Сакру, масс-сакру мне скидывать, чтобы продержать его. Ну, вы все должны это делать по очереди. Ты сам должен чувствовать это. Типа, у нас танк все сам наносит. Типа, дать сакру там, дать масс-сакру. Дайте сейчас то-то, дайте то-то. У вас должны быть, типа, сами должны, короче, между собой разобраться, кто что дает, на какие сейвы. Ладно. Если ты видишь, что зумера очень больно пробивает, и у него сейвов нет, то ты ему даешь как, ну, свою каплю. Встань сюда. Если он танчит, вот, и все. Не встань. Угу. Так. Поехали, метки ставить. Так, сейф спот. Ну, где-то вот тут, да. Сейчас я говорю Ники, и сюда подходим сразу и встаем. Так, сюда идут два холипала и два ШП. Треугольник. Нет, ты стой, владыка, ты стой там. Давай я пока поеду. Просто в один фрейм встаньте. Так, поехали дальше. Вот здесь сейф-спот. Чуть подальше. Вот тут. Давайте. 4 РДД. Так, по никам. Толян, слесарь сюда. А давай, может, сначала поставим миликов? Им не очень удобно будет. Че у нас, сколько миликов? Марс... 5? 4, 5. 5 миликов. Плюс один демон, да? Окей. Кто? Плюс один демон. Окей. Так, вот сюда. Так. Няша, не здесь. Не-не-не-не-не-не, поставь вот эту на начало метку, где я, а потом от этой. А, вот так вот тут надо, да? Вот тут. Вот тут где-то, да. Вот тут. МК. Так, в луну идет СМЛ, Няшер и демон. Нет, СМТР. СМТР, ты знаешь, да, что делать на каждый разряд? Незыбка, зеленка, незыбка, зеленка. Чередуется. В курсе? Все, понял. Что это за синяя метка? Это кривая метка. Сейчас поставлю нормально. Вот тут вот. Да не, это далеко, Эльдар. Ближе, ближе. Где я стою? Да, это далеко. Бля, ты к нам ближе можешь. К нам ближе. На метку реагирует, подожди. Сними себе метку. На пэт реагирует. В смысле? А, пэт? Окей. У меня радар на метку реагирует. Ну, вот сейчас. 12 метров. Вот 12 метров вот тут. Вот. Все, там ставь. Вот здесь сейчас поставлю. Ну, ставь туда там. Вот тут. Милики отсюда доставать должны были. Вот здесь стоит вторая пачка миликов. Это у нас получается то.
А кто у нас? Вар? Вар Ретрик, Дима. Вар Ретрик. Прямо в квадрат. Ну, блядь, это им хуёвая метка. Там лучше ДК рога какой-нибудь. Да наоборот, им выбегать отсюда удобнее. Там некуда бежать справа. Я сюда поставил людей, которым выбегать надо будет. Кто демон у вас? Смотри. Ты? Ну, и я, и он демон. Мы же два я демона. Спекнусь. Забей. Ну, стой ты тут, короче. И тут вот втроем стоите, смотрите. Когда будет этот, например, нитка сюда, вы можете выбегать вот сюда, вот. Но бежать... Смотрите, сейчас я вам объясню, короче. Сейчас давайте всех расставлю сначала, потом всем объясню, как что. Так, вот сюда следующая метка. Так. Главное 12 метров раньше сжать. Если вы хоть кого-то задеваете, вам пизда. Сразу. Просто сразу пизда. Сюда идем, получается, давайте... Ты посередине будешь стоять, Симба. Сюда Флойс, Толян Слесарь. Так Флойс в Афлике, его можно под балкон кинуть. Ладно, ладно. Магов лучше Толян сейчас. Толян Слесарь сюда, звезду. И Элимов, магов и Элимов. Кира сюда и Мимик сюда, в звезду быстрее. Толец Слесарь сюда. Быстрее, 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 пацаны, ну, пят, не тяните время. И Хатьфу, иди сюда, туда же, в звезду. А давай сюда поставим Аршаму. Куда? В звездочку. Аршам в печеньке будет. Ну, там, типа, Холипалы 2, Аршам и Эрдру, ну. С этой стороны больше хила можно поставить. Подожди, чтоб это есть, достали до людей. Да тут там Агата под балконом будет стоять. Ну, сюда в крестик Эршам, Габинох. Габинох. Эмбер. Эмбер сюда. Перегар сюда. Крестик. Встаньте. Пока так. Печеньку вот так. Оставшийся. Кто остался? Сюда идите. Кого не назвал. Кто тут начес? Мордум. Вдвоем что ли оставить? А, Месси, все, стойте. Возьмите сейчас все рейндж 12 и посмотрите, что у вас в рейндже. А должен... ты где будешь? Я под балконом стану. Окей. Или стану в печень. Просто пацанами, чтобы посмотреть за всем. Бегать кто-то у нас будет, не? Не, у нас 4 по 4 человека стоит. Смотрите, 12, у вас рейндж 12, вы должны все так встать, прямо тютельку в тютельку, в один фрейм, чтобы... Чтоб сбоку, слева, справа и танками вы не задевали друг друга вообще. Если вы задеваете, то это цепоуха прилетит, вам пизда. Как выносить огонь этот? Нитки. Смотрите, на себе показываю. Череп на мне. Вот. Сначала скажи, что такое нитки. Ну они же в обычке же были. Разряд молнии. К боссу идут хунюшки. Все понимают, что это такое? Из кого он? Смотрите. Там всегда будет Blizzard сзади. Ну, в десятке, наверное, были уже. Всегда будет Blizzard. Я поставил метки, там Blizzard не достает. Смотрите, например, кидаются на меня нитки. Вот я в череп прыгаю. Справа, например, Blizzard. Я не могу выйти. Вы не должны выходить вот так. Вот я сейчас бегу, вы потому что задеваете вот этот кемп. То есть вы должны выйти, вот смотрите, вот так вот назад отходить и уходить вот сюда вот. Вот так стоять, нитки прошли, обратно возвращаетесь. Если либо в другую сторону. Если с той стороны Blizzard, вы просто банально уходите в эту сторону. И все. Вот так вот. Ждете. Он уебал этой хуй разрядом, вернулись обратно. Весь бой там нужно будет делать. Первые два этих. Нет, ты можешь блинкаться, почему нет? Но ты блинкуйся аккуратно, чтобы не задевать рейнджом соседний кемп. Самое главное не задевать соседний кемп. Если задевать соседний кемп, пизда. Цепоуха ебнет, вам пизда. Blizzard по часовой ебашит. Он ебашит как хочет. Ему похуй вообще этому Близзарду. Вот, это первое. Второе. Она баба будет кастовать постоянно фростболты. Ты и вы свои юзаете, когда можете. Можете себя подхилить, если видите, что вас не подхиливает. Кидает новые иногда и нитки вместе. Можете диспелить, там собака, кто может диспелить. Присты могут сами себя диспелить. Юзайте все свои скиллы, расколы там. Эти могут како. Локи этот юзать, Soul Link. В дестриках. У меня его нет, я лох. Так, ладно. Это вторая фаза. В принципе, по ССам, да. Локи, вы даем СС только танк. Смотрите, сейчас первый СС.
Я дам, когда, когда мы спустимся снизу. Вы даете не сейчас, а когда спускаемся после того. Первый я даю, например, на Нира. А Флойс дает первый на этого. На Зумера. Потом первый умирает. Какой только танк умрет, если умирает. Мордун дает сразу следующий. Вайтмун следующий. И Толян последний. То есть по погибшему танку. Так, дальше. Холи Пала, вы стоите здесь всегда. И, просто хилите весь рейд и танк. Смотрите, ману экономите. Вы можете хилить только танк, например, в некоторые моменты. Юзайте святую клятву по умному. Не надо там отдавать его, когда там уже много стаков. Агата, можешь Инер отдать сразу этому Холи Десу в начале. Потом еще раз кинуть. Я же за ШП тоже, да, в треугольнике сначала? Да, 2 ШП, теперь ваша задача. Вы стоите в начале, вот сейчас там начнется фаза, вы все стоите здесь, со всеми, как в обычке, стоите тут. Только выходит первый завоеватель, его берет через Мэла в МК. Так, а завоеватель это какой, милик или ранжевик, который? Это милик, он дает баф рейду. Тебе Няша скажет метку, какую взять в МК. Вы все стоите тут, первый берет через Мэла, он ставит на нее метку. И держит в ДМК до конца. Потом второй выпадет, метку ставит на него Няшер, и ты берешь его в МК. И вы стоите до той фазы, когда мы пока спустимся. Как только мы спустились вниз, вы все переходите в два пристава сюда в треугольник и берете опять их в МК. Эти же метки. Вы встаете этим мобом сюда за спину и бьете босса. Бьете. Остается там секунд 7 до окончания МК. Ты его вот так отводишь вот сюда. На лестницу, вот сюда вниз на лестницу. И заново берешь МК. И идешь дальше бить босса. Понял? Да. Ничего сложного в этом нет. У вас самая легкая задача на этом боссе. Через Мэла поняла тоже? Через Мэла уже так делала, должна тоже не ошибиться. Так, по составам. Здесь на арене все милики. Зумр тут танчит. А Месси здесь остается. Два мага начес Хатьфу тоже остаются тут. Потом... 4 лока идут в туннель. Перегар идет в туннель, Мимик идет в туннель, Мордон идет в туннель, Кира идет в туннель. И Нир идет в туннель танк. Из хилов Холи Дес и Габинох идут в туннель. Остальные 3 хила здесь хилят. Что нужно делать на арене? Начес Хатьфу диспелить ПКД. Мимик вместе тоже диспелишь ПКД мобов. Все. В принципе, все. Самое главное, не паникуйте, все. С двумя бафами на МК, на хаст мы должны его быстро убить. С ДПС хорош. Все тут. Все, отпускаем МК. Пошлите. Кто куда должен идти. Кто на арене? В центр. Включая престов. Моба убейте. Все, моба добиваем. Сейчас я кидаю первый. И Флойс. Потом кидают Мордум, потом ты, потом Толян. Флойс, ты по Зумору. Я планирую. Да, спущусь. Пошлите. Туннель только не проебитесь. Внимательно. Хила первым бью. Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Их нужно остановить. Направо туннель. МК. Первая метка, Тересмава, МК. Налево туннель. Все, череп не бьем. Налево туннель опять. Направо туннель. Пошли, дипляй уже, босс, лети. Вторая метка, МК, крестик. За угол смотрите, не сорвите. Кое в этом. Я кидаю кое прудом, если что. Не перекидывайте остальные все. Так, а сейчас их выводить к ступенькам наконец не надо. Сейчас пока нет. Пока просто переконтроливай. На второй фазе. Что? Сразу пуляй все паки. Кило фокус. Мабам, не бейте этих, не кидайте же мабам. Хилов фокусим сначала.
забираем оба и босса сразу. Бля, бля. Не срывай. ДД, метки не бьем. Рейндж возьмите здесь. Все рейндж возьмите наверху. Отводи туда, потом катапульте. За агро, 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 хвост. Кто сейчас Тори ему не бьет? Бежим все по краешку, процент не поменьше. Бежим. Нормальный сценарий? Ну, да. Тут мобы нормальные. Да. Сейчас все прыгаем и стоим на свои места все сразу. Не надо подстраивать, сразу рейндж 12 прописать. Рейндж 12 все. Все, прыгайте вниз. Все по своим местам. Вот теперь присты в кружочек отходят и законтролите еще раз. Треугольник, окружусь, треугольник. А, в треугольник, да? Возьмите МК мобов, быстрее. Добейте мобов там лишних. Лишних добиваем? Босс, видите? Бля, добейте мобов. Чё, ребят, добов. Нитка. Смотрите за ниткой. Забери. Тони, вы чего не отходите, ребят? Бэйл. МК, 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 моба, МК. Сейчас... Че я моб убежал? Треугольник поебет. Да? Нет, не надо. Блядь. Отходим, отходим. Спел. Пожалуйста. Заберите. Возвращаемся обратно. Ну как, ну... МК. Агата, можешь бэрнуть? Эндер. Сокру, дай днир. Масса. Агри. Морду ифте каплю. Танк умирал? Тихо, тихо, нет. Мабы, мабы, мабы. МК. Ну, быстрее забрать. МК, МК, амулет. Блядь, моб, ребят, быстрей. Прохильтри. Агри, Зумора, дайте зубы. Он прожался. Я избавлю, он нормально. Порты на броне выпили? Да. 50, он прожмал. Чё, как он умер? Ладно, хиль один. Цепная на 22. Прожми, зубы, зубы по Зумору. Сейчас 50 прожил. Ведь прожимки еще есть массовая, да, есть вой, да, сейчас вой, да, да, железка, давай вот хил, хил, нир, хил, хил, нир, на ману гим, мобов быстро за контроль. Прожимка есть. Пора сакра 10 секунд. Хил, 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 дай возложение. Ну, блядь, вставай. Не успею. Заберите босс. Прохила нет. Зумор, зумор, давай, 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 танч. Танч, 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 прожмись. На хп пробуй, типа. Как милики умирают, ребят, вы... Эй, ребят. Вообще не понимаете, что делать. Сэмэтери от молнии умер. Пал от молнии умер.
Ну хуя вы стоите на месте? Я вам специально показал, куда нужно отбегать. На ДК умирать это тоже вообще пиздец. Сейчас посмотрю смерть. Интересно же. В принципе, неплохо, но РДД тоже пиздец. Как вы отходите от сколки, умираете? Причем времени вагон отойти. Ну, 23 тысячи разряд молнии. У тебя на каждый разряд должен быть этот прожим. Либо не зыбка, либо зеленка. Нахуй знает. Не поверю, что ни зыбка не вывезла. Там, типа, Синдор оверхилил танка. У него не было глобала щиток дать. Нету, Кир. А, ну все нормально. Просто будьте повнимательны. Отходите, пожалуйста, все от разряда. Не надо стоять до талов. Рыба внизу. Так, СС все в КД, да, кроме Мордуна. Мордун, дашь по зумуру КД этот СС, когда спустимся? Кира, у тебя мана садится быстро, потому что у нас два бафа на хосту. Первую нитку можно простоять, но опасно. Типа, можете ебануть, просто было лучше отойти. У нас ДПС хватает спауна. Присты вы должны на резист выпить. Либо на ХП. Я могу на ХП еще добавить себе, но у меня камень над резистами. Рек есть. Баран. На, трейпи тебе. Варжа кричит на ХП, надеюсь, я просто не чекаю. И на ХП, и на минус АП там. Да. Все готовы, поехали. Блять. Не надо никого контролить? Сейчас вот здесь не надо ли контролить? Не, все. Дипни его, пожалуйста. Бегайте просто аккуратнее, все, выебитесь. ДЦ полбоя не было, для этого еще. Незваные гости! Вы заплатите за то, что посмели вмешаться! Бля, погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Но вы? Что это? Где я? Поехали. Зачем еще работу? Явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Туннель налево. Налево, налево, налево. Всегда встанет. Тебе как себе? Всегда тебя встанет. Направо туннель подлежать. Крыла первая. Может, хилань там? Налево. Не бьем эту. Алло. Понял. Ой. Направо. Самого череп не ставь. По СРС или нет? У нас труп, как обычно, кто вы сами знаете. Даже детектив не надо проводить. Все в мили. Все в мили. И если что, у меня СС это КД. У всех КД. А у нас есть тут хоть один? А, все, увидел тут. Это не забыл. Агро, ребят. У нас не мертвое тело. Присты своей цели фокус возьмите, чтобы не потерять. Скон? Нет. Наверное,
наверх, иди, иди наверх, иди. Под морду этих мобов не лезть, просто они кливают. Они кливают, когда доходят до танка. Просто так они не кливают. Ну-ка, не бейте, бейте большого. Сколько он будет? Мау. Вылетел? Он стоит в К. Три, бегите. Берите мобов своих. Там все, да, там добивается. Подождите, отойдите, пока там поражает молния хуйня. Сейчас постанете вы своими. Завоеватель, что такое? Ты чей? Ты лишний? Да, я лишний, бей. На нужных мобах метки. Гера. Гера, давай. Прохил там. МК, МК, мобов. Нельзя так долго МК. Без МК мобов, ребят. Алло, присты. Это очень долго, это вайп. Будет. Нитки. Блять, мне пизда. Может, нет. Прохиливаем. Уходить. Там на крестике кто-то из шаманов стоит слишком близко к печенью. Чуть правее встань, пожалуйста. Дай каплю, пожалуйста, когда переагрю. Да, хорошо, он не даст себе каплю. Диспел, диспел, диспел! Полидет, скинь про меня каплю. Войд по ДК каплю дашь, когда он переагрит? Поты выпили? Вы слишком рано начали сейвы отдавать. Поты выпейте на броне. Оп. Вот так всегда надо переимкашивать. Экскалибур, дай каплю по мне. Вот нажму. Эмбер, скинешь. Эмбер, зубы дай по ДК. Хильте, полидес, хиль там. 50-50 прожжём. Я могу второго поднять, паладина. Не надо. Пускай. А, да, поднимай, поднимай его. Что бьём. Каплю дам, да, потом лучше... подыкаем. Массакру дай нерв. Массакру дай нерв. Дал. А капля ещё есть. Драка.
Массасы есть? Дайте какой-нибудь сейф по массаку, чё. Угу. Люди не умирают слишком тупо очень, блядь. Вы не отходите. Да? Ребят. А знаешь, что я сейчас понял? Типа, я вот, ну, я вижу, что я топ-2 ДПС, но у нас нету кастеровского хита. Мясов до хранищ. У нас нету ни совы, ни шипа, но не бьют. Проблема не в этом. Это проблема, нет, Эльдар, это проблема. Мы типа можем не успеть до критических стаков. Если никто не умрет, он умирает. У нас люди умирают от разряда. Да даже если он умрет, все равно он умирает. Может нет. Скажите, а два моба, да, в МК? Да. Да. А что если... Вопрос. Что если с одним попробовать? И будет меткость, и... Нет. Просто нет. Вероятности меньше будет, что босс... У нас ДПС не хватит, у нас не такой большой ДПС. Мы в первом... Тупо мясы, это такой бред. Вопрос, цепная и новая, это анлак, если умер, получается? Нет, вот цепная и новая, это... Это более, знаешь, как... Оно ваншотает уже, ну, на больших стаках. И если это в конце тебя... Не, в начале, убило таким. В начале это не прохил, это... Маги, фастфарт юзайте? Надеюсь. Понял. Фастфарт юзаем, пожалуйста. Там просто когда моб с контроля выходит, он на босса хасту вешает 20%. Слышь, это Мардуна, ты держишь баф? Ой? Стрелы тьмы. Да. Ну, каждые... 30 секунд на ну это после 25% ты бьешь? Да, я изредка кидаю ее. Ну, раз примерно в 10 кастов. Я просто сейчас это. Может, я заслакал? Ну, я сейчас вот вплоть до конца там только мой дебаф и все. Я не видел обновления ни от кого. Я как бы его вижу, я его не перебиваю. Ну окей, если это так, то я просто спросил. И у тебя как бы афлики еще. Афлики... Она не даже экзекутка же. Да. Это мы должны держать. Ну, типа, если ты видишь... Окей, я его не перебиваю. Поехали, подожди. Афлик в тоннеле мертвый лежит, сука, бля. Да. Бля, как цеповуха по войду 56 тысяч уебал. Ну, это вчетвером же стоим. Цепануло от кого-то. Не, где он стоит? Мы в метке в треугольнике стояли. Сколько там? 4 человека? А может четвертый все-таки не надо? Нет. Мы стоим четвером. Липой. А, ок. Там кто-то. Через миликов не проходило. А милики могут бегут, может выбегают. Не, через нас не было. Я же смотрю. Смотри, Войд, попробуй отходить чуть подальше, не прямо в метку, вот сюда вот можешь чуть подальше. Да, ну хорошо. Чтобы не задевать, может. Так, чтобы этим дождем не справа. Печеньку может тут цеплять, смотри. Портал поставил. Ебать. Семечко, я тебя люблю. Ага, накритовала. Кого накритовал? Нихуя. Семечко твое. Все, тихо. 30%. Открутим какие карты? Открутим глаза в туннеле, пожалуйста. Ты это к Фойсу относится, только он дохнет. Направо. Идем. Налево. Направо. МК. Каст никто не сбил. Все, пуля его, блядь. Мили все. Второй МК. Прохиль, Киру, прохиль. Все мили. Бля, я срываю, серьезно? А, че? Понял. То есть хочешь на него, короче. А, то есть, да, то есть та не работает, такое работает. Это но как? Там ты... Там надо четко дать. Типа, ты, у тебя ж таймера нет. Ой, бля. Это рандомная хрень.
типа ты, ты можешь в каст дать, а можешь нет. Залазить по новому. Стан, стан дай. Какой отрыв? Сорвал его. Интересно, что слышишь? Пробудить его. СМЛ. Докладываю, как обстановка? Да пиздец тут трэш. Не прохнуло? Хорошо, защитники просто выпадят. Ну пока непонятно. У вас есть два контроля? Да. Один. Один? Один. Че он так быстро лезет, блядь? Один или два? Так, один или два? Два, два, два. Мало часто. Не пуляйте босса, сам пуля. Добейте моба по дороге, пожалуйста. А он останется там. Он лезет быстро. Потому что пробудители живы. Ебать там трэш, ёбаный рот. Ага. Лева. Ну тут зауешь надо чисто. Очень нихуя. Отойдите от побов, которые уешь пока. Все, вот это говно уешь. Не срывай. Будители, заберите с печеньки, пожалуйста. Спасибо. Гера. Пробудитель еще жив. Ставьте босса как полностью, все пометки. Забери, Зумур. Зумур, забери. А можно расклон? Так нажми. Я нажал все равно. Ну там саграбит. Все тихо. Нитки. Ну как, блядь? Что это, блядь? Рыбав дайте. Фойс, ну стоп, блядь. Да, у меня только что было инвокер 70%, я пострелял 2 секунды назад, потом агрится, ну, я не понимаю. Рибав по ДК, дайте фул. И на рогата дай по холи дес. А. Экскалибур, а отойди в метку. Достаешь ли? И я понял, босс криво стоит. Ладно. СС вешать или нахуй уже? Бейте просто без... Нет, это вайп ложится. Моб за его идёт. Что-то босс как-то неправильно стоит вообще. Вообще. Ну да. Потому что здесь не должно быть этого разряда нам ебаного. Там, ну, он изначально вот так встал некрасиво. То есть босс должен по факту... Как только вы его спули, он должен пройти через вот эти вот две метки, через луну и квадрат, ровно по центру. И вы его должны так встать, чтобы луна и квадрат были по бокам спины босса. И тогда он нормально встанет и для треугольника, и для луны с квадрата. Но если Флойс не будет накидывать доты свои по боссу, отдаст хотя бы секунды две, одну... А почему ты, типа, первый танчишь? У БДК больше агро. С пула. Он даст больше агро с пула. Ну, объективно. Я ничего против не имею. Просто... Типа, пускай просто БДК его поставят, и ты потом уже заберешь после первой. А, он типа сорвал, потом криво встал, да, после этого? Да, ну, да, не перетаунтили, и все, и пиздец. Не там, где надо. Да. Меня убило там, где, блядь, не должно быть вообще разряда. Ни одного тебя? Кстати, это...
Мне показалось или как-то не доставал один баф этого моба? Поста? То есть я с одним бафом был весь бой. Да не достает, нормально. Там какой-то, ну уже когда вайт был, там моб отвоидился, и он на свою точку долго шел. Его нельзя было на контроль, так бы ты в этот момент занял. Ну попробуй далеко не уводить прямо, держи там. Я его даже не спускаю на ступеньки, я его сверху оставляю. Не, ты нормально доделаешь. Это телесмейва, не надо его прям это, на ступеньки туда выводить. Ты рядом со ступеньками держи его просто на спуске, чтобы сразу переконтролить можно было. Рыбка где? Рыба внизу. Сейчас босса ДК с пола забирает, ну в смысле первый, ДК, как он да. Спрыгнет. ДК, да. Разор. ДК, поешь внизу, да. Кто это, я не поел. Иди поешь, ДК. А где? Зумр. Зумр. Жатву поешь, рыбу. Ешь, удумайся. Кто-нибудь видит баф на нем? У него нету баф. Нет еды, иди. Есть, а вен его не поел. У меня есть баф. Есть. Есть, есть. Своя еда? Ну, давай, давай, блин. Тут, короче, когда пробудитель не умирает, он трэша больше выходит. Несколько пробудителей было. Да, босс теперь уже манекен. Почему выбрать его вообще? Теперь, да. 29 миллионов, это ж пиздец. Так вам на справку, мы его убивали, у него было 39 миллионов. Вот считай. Нихуя на 10 лямах. Выебнулся, смотрите-ка. Я не выебнулся, я бросил. Победивший смерть. Единственный, кто смогли осилить этого ебанутого босса. 170 трая. Благодаря кому? Мне? Сирус.сон. Да. Налево. А разве не потому, что у вас самый лучший танк в мире? Направо. Нет, меня там не было на прокваре. Да. Посмотрел бы я, но на тебя так как-то озвучил это все. Опять всех не заметил первый, это или второй, поэтому... Чё, Койл, осилим сейчас в тайминг? Эй. Сейчас первая метка была, через смыло. О, блин, сори, я забрал. Опа, Грэг. Поехал. Ты сорвал не... Заспин. Ой, нир, блядь. Ой, бля, шо собрал вообще, тяжело. Вайфаемся. Шо с вами? Ложитесь. Все, не хилите, стоп-хью. Я даже не бью его просто. Я стою АФК, блядь. Я два раза раскол нажал. Знаешь как? Стоп. Хочешь, но...